Иннокентий Анинский. Два начала. Когда-то Прометей дал людям два начала. Огонь, что распускал блистающее жало, к нему сомнение, что жалило, любя. Провидец скифский царь не пожалел себя, чтоб человечество пугливым эфемером нашло возможность жить, не прячась по пещерам. Кто из бессмертных был тогда ему указ? Титан в когтях орла терзался из-за нас. Вот и во мне огонь для пущего мученья, и тяжкое гнетет в твоей любви сомненье, когда, даря тебе всю магию искусств, я, смертный и титан, молюсь на пламень чувств. Что, если и меня попрут с порога в шею? Кого-то полюбить когда еще посмею?